Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Александр Якимов уволился накануне. Об этом журналистам сообщил источник. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального правительства. Якимов уволился вслед за своим руководителем Константином Колывановым, об отставке которого стало известно 3 марта. Александр Якимов работал первым заместителем главы администрации губернатора с 18 мая 2020 года. После отставки предыдущего руководителя администрации Алексея Казакова в 2021 году он временно исполнял его обязанности.